А что сегодня на обед? Соня, ты голодная? Очень хочется есть. А ты тебе, Веня? О, Соня, у тебя новый ободок? Да, мне его мама купила. Красивый? Еще какой! Вот бы и мне мама дарила такие вещицы. Дети, все взяли подносы и готовы обедать? Да! А? Что это? О? Ничего себе! Его вчера даже не помыли! Ребята, поешьте! Ух ты! Вы все это сами приготовили? Конечно. Поешьте, идите играть. Вкуснота! Веня, твоя мама всегда-всегда так вкусно готовит. Везунчик. Вот бы и моя мама так готовила. Что? Прости меня. Неужели ты осталась голодной? Ты бы видела этот поднос в садике. Ах, как же так? Я была очень занята вчера, что забыла о нем. Мама, я завтра иду на пикник. Приготовишь мне обед с собой? Обед с собой? Да. Веня и другие ребята всегда приносят на пикник очень красивые коробочки с вкусной едой. Но утром мне нужно будет хорошенько подготовиться к работе. А, слушай, а давай попросим папу приготовить тебе еду. Ах, да, папа завтра уезжает в командировку. Это нечестно. Я тоже хочу принести красивую коробочку. Хорошо, я об этом сама позабочусь. Посмотрим, что у нас тут. Нет, не это. Слишком сложно. Да, как красиво! Сделай так! Ну, пожалуйста! Что? Этот? Хорошо, значит, этот. А еще, мама, купи мне ободок для волос. Соня все время хвастается ободком, который ей подарила мама. Пожалуйста! Ободок? Конечно, хорошо. Да! Ура! Иду я на пикник. Завтра прямо с утра. Иду я на пикник. На пикник иду, ура! Классная еда, классный ободок. С друзьями мы споем. Ла-ла-ла-ла. Самый лучший из всех будет наш пикник. Мама мне сделает из риса шарики, начока и лаки. Похожи так они. А еще я фруктов свежих поем. Сок попью, когда жажда замучит совсем. Мама! Не забудь красивую коробочку! Конечно! Иду я на пикник. Завтра прямо с утра. Иду я на пикник. На пикник иду, ура! Да! Классная еда, классный ободок. И, конечно же, друзья, долгожданный. Да, наш пикник. Мама, не забудь про ободок! Конечно! Вот так? Нет, все не так. О, здесь все по-другому. Уже похоже. Вот это и вот сюда, и сюда. О, нет, 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 я все испортила. О, у меня ничего не получится. Еще минуточку. А? Совсем забыла! Пикник! Мама! Мама! Который час? Я не опоздаю на пикник? А? Мама!
Мама, проснись, уже утро! Делими, который час? Уже 8:40. Мы должны быть в садике в 9. Мы опаздываем, мы ужасно опаздываем. Мы ничего не успеем. Делими, давай скорее собирайся. Я тоже соберусь. Коробка с едой. Мой портфель. Мама, ты готова? Да, Делими, одну секунду, сейчас выбегаем. Бежим! Скорей, скорей! Автобус. Автобус. Где же автобус в садик? Он уже уехал. Прости меня, Делими. Я сама не заметила, как уснула. Как ты могла? Я так хотела пойти на этот пикник. И что мне теперь делать? Папы дома нет. Дедушка уехал отдыхать. Если ты уйдешь на работу, я останусь дома совсем одна. Я понимаю. Ну почему у меня всегда все не так? Я знаю, что делать. Что? Вот что я сделаю. Здравствуйте. Я сегодня не приду. Ты не пойдешь на работу? Нет, мы с тобой отвезем Дарью в ясли и пойдем гулять вдвоем. А твоя работа? Я им только что позвонила и сказала, что беру отгул. Правда? Ты можешь взять отгул? Конечно. Да! А куда мы пойдем? Не знаю. Может, поедим чего-нибудь вкусного? Я еще совсем не хочу есть. Чем же нам заняться? Почему бы нам не пойти и не купить тебе ободок? Ура! Серьезно? Добро пожаловать! Здравствуйте! Здравствуйте! Какая красота! Та-дам! Вот и пришло время покупок для нас с тобой! Будем выбирать вместе? Да! Вместе! Гуляем с мамой! Как это славно! Гуляем с мамой! Да! Гуляем с мамой! С мамой! Как это славно! Да! Только я и мама весь день вместе! Гуляем с мамой! С мамой! Как это славно! Да! Надо шляпы примерить! И, конечно, очки! И маникюр! И макияж! Вместе с мамой! Весь день наш! Ну как, тебе нравится? Да, очень-очень! Он такой красивый! Я так рада! Он тебе безумно идет. Покупаем? Ой, мама, спасибо! Гуляем с мамой! Гуляем с мамой! Гуляем с мамой! Гуляем с мамой! Так, сделаем фото. 1, 2, 3! Да! Ты проголодалась? Давай пойдем в ресторан и поедим чего-нибудь вкусного. Давай! О! А как же еда у меня в рюкзаке? В рюкзаке? Ты уверена, что не хочешь в ресторан? Да! Ты ведь так долго готовила всю эту еду?
Я очень старалась. Уж что получилось, то получилось. Какая же это вкуснятина! Правда? Я очень рада. Мама, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, Делими. О, Делими, вставай! Я опять проспала! Мне сегодня надо на работу пораньше. Почему я всегда так долго сплю? Я же вчера там не была. О, что же мне делать? Делими, скорей, скорей! Ну почему? Давай же, Делими, прошу тебя. Ой, что же делать? Делими, собирайся! Я хотела поспать еще 5 минуточек.